Всем привет, литовицы, преграда. Как я снимал уже первое видео, тут вот все делают, переделывают. Может, помните, как выглядело тут? И нам тем сбиякам-то делали. Глядите, что же наделали тут. Реально старается, и тут малый тракторок, воды вообще нет. Воды вообще нету. Катастрофа. Сейчас мы поедем. Один знакомый друган Сергей просил снять, сколько воды за мостом. Поэтому сейчас поедем с Даниилом, посмотрим, сколько. Ужас. Ну, потом, может, еще сниму дальше видео. А сейчас поедем на мост, посмотрим, как там на мосту выглядит все. Так, Сергей, привет! Снимаю про тебя, чтобы ты видел, что у нас под мостом. От моста уже, под мостом все, вода не течет, едем ручеек. Там вдалеке, если посмотреть, такие уже ничего нету. Вон, ничего не видно. Уже все, один только родничок остался. Да, долго будут напускать эту калужу, рыбник. Так, здесь ничего, мост. Мы переходим через мост. А это под мостом. Кто-то уже значки выкинул. Нехорошо так делать. Так, а там он наверху мы жили, когда приехали в Чешскую Республику. Так, еще сниму. С этой стороны. Следующее видео сниму как-нибудь уже по зиме. Вот так, кто знает Кретинку, где это, приезжайте, классная прогулка, посмотреть. Там вон люди с другой стороны на берегу ходят. Не знаю, вон они. Так, ну что, всем привет. Через пару месяцев сниму дальше. Даны, замывай рукой. Всем привет с Кретинки.